Из-за снега обрушилась крыша одного из торговых корпусов на рынке Восточный. Инцидент произошел сегодня ночью, и по счастливой случайности никто не пострадал. Площадь обрушения составила больше 30 квадратных метров. Причиной могло стать и нарушение строительных норм, однако на месте говорят, что снег с крыши не убирали с начала зимы. Из-за происшествия опечатаны все павильоны в здании. От комментариев администрация рынка пока отказывается.